Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня мы покажем обновление Майнкрафта Pocket Edition 0.13.1. Ну и первое, что нам бросается в глаза, это новое главное меню. Здесь у нас появилась кнопка Play, которая была и раньше, появилась кнопка Опция, и появилась кнопка Скина. И также в разделе скинов нам добавили новый скинпак, который я сейчас вам покажу. Но этот скинпак добавили в честь, так сказать, Рождества, которое скоро наступит. Но у них Рождество, у нас Новый год. И в бесплатной версии нам доступны 2 скина. Но остальные скины вы можете приобрести за специальную сумму, которая, так сказать, предлагается в Майнкрафте. Но здесь, в этой версии, нам исправили различные баги и добавили новые баги. Также у скелетов обновили броню. Она стала более гладкой, и, как помните, раньше у скелетов на руках неправильно отображалась броня, но сейчас это все исправили. Ну что ж, вот так выглядит сверху эта броня. Об обновлении больше сказать, по идее, ничего, инвентарь остался тот же, но еще, можно сказать, обновили редстоун коды. Они стали работать лучше, и произошла их оптимизация. Ну и, по идее, на этом все. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал.